Волшебный узел. Заправление концов нити, связывание деталей вместе. Берем две нити. Будем показывать на примере двух нитей. Одна синяя, другая зеленая. Вот укладываем их рядышком. Они будут символизировать у нас две детали. Потом голубую нить заводим за зеленую. А потом зеленой оборачиваем голубую. И в получившуюся петельку завязываем узелочек. Теперь будем делать то же самое с другого конца. Голубую накладываем на зеленую нить. Подводим голубую нить под зеленую. И в получившуюся петельку затягиваем узелок. Вот у нас получилось два узелочка. Теперь нам нужно обрезать нити, стянуть и обрезать нити. Стягиваем и обрезаем кончики. Один кончик синий, а другой кончик зеленый. Будьте внимательны и не обрежьте одну и ту же нитку. С использованием этого узла вы можете связать асимметричную безрукавку, описание которой вы найдете на сайте knittingcrochet.ru. С вами был журнал «Модное вязание для всей семьи». Всего доброго. До свидания.